Здравствуйте всем. Маленький видеоконспект по ремонту электронно-лучевого телевизора Thomson. Модель 29DF42E. Шасси ICC20. Кинескоп A86 EZ011X121. Значит, симптомы такие были. Включаешь, щелчок выключается. Постоит сам. Щелчок выключается. Опять постоит сам. Щелчок выключается. После вскрытия стало ясно, что высоковольтный трансформатор от ТВС имеет пробитый изолятор. Вот в этом месте от высоковольтного провода было КЗ на сердечник, вот в этом месте. И вот она стрельнет, и телек в защиту уходит. Стрельнет, и телек в защиту уходит. Вот. Стоял. Как его зовут-то? Где-то я видел тут. Эльдор. Стоял Эльдор с муратовскими регуляторами фокуса и картинки. А теперь встал. Теперь встал Анде. Номера у них одинаковые абсолютно. Единственное, защелки вот эти нижние немножко отличаются. Номера один в один. Что у одного, что у другого. После включения стал после замены ТВС, ТДКС, стал выдавать ошибку номер 26. 26 моргания светодиода. Оранжевым. При включении светится сначала зеленым, нет, ну зеленым какие-то доли секунды, потом сразу загорается оранжевым, долго ждет, видимо, инициализируется, что-то там проверяется. И уже далее оранжевым цветом мигает 26. Поштудировал форумы, думал микросхема 80TDA8177F. Она раскачивает у нас ТДКС. На микросхеме действительно были трещины в пайке. Вот. Всю остальную пайку я не проверял. Электролиты проверять тоже не стал, потому что телевизор не критичен человеку, как в долговременной перспективе. Просто чтобы был. Да и судя по всему, он немного отработал. В общем, емкости я не проверял. Начал штудировать форумы. В общем, что там у людей только не происходит с этим телевизором. Но у меня он не включался после замены строчника. Включаешь, высоковольтное появляется. Слышно ионизация. Есть накал на кинескопе. Но картинки нет. И моргает светодиод, 26-я ошибка. Ну, начал с простого. Первое, пропаял выводы микросхемы, а потом начал играться фокусом и картинкой. Так вот, если вывести регулятор картинки в крайне левое положение и повернуть примерно на 2 часа вправо, по часовой стрелке получается, перезагружаем телевизор, он начинает включаться. Я не знаю, как правильно настраивать регулятор картинки, но по наитию сделал следующим образом. Выбрал канал путем выбора программ, которые принимают сигнал со скартов. Там получилось так, что снизу желтый номер канала и просто черный экран. Так вот, это я уже так. Вот видите, высоковольтная пошла. Вон там светодиод загорелся. Оранжевым горит. Сейчас он сам себя чего-то там сделает, потестит, перейдет в зеленый цвет и загорится экран. Оп, все, светодиод зелененьким загорелся, а экран загорелся вот такой картинкой. Видите, номер канала снизу и серая картинка. Не хочу сейчас трогать регулятор картинки,
потому что кропотливо пришлось настраивать его. Для кого-то, может быть, это легко, но мне пришлось потратить время. Значит, если слишком вывернуть более чем на 2 часа от крайнего левого положения повернуть регулятор картинки, здесь появляются строки. Явно белые тонкие строки. И мутный матовый экран становится. При условии, что даже за этим матовым экраном есть изображение. Если переключить на канал, где есть какой-то поток данных, растер или как это называется. Вот. Потом начинаешь уменьшать, он становится вот таким темным, но вот видите, с белой полосой и белым муаром. В принципе, для вот в магазинах, так, когда такие телеки стояли, это нормальное изображение. Выключаешь из розетки, включаешь повторно, стартует. Все, он инициализируется и стартует экран. Уменьшаешь еще чуть-чуть, вместо вот этой белой полосы, вот белая полоса, она становится такой синеватой. После этого выключаешь телевизор, включаешь повторно, все, он уже не стартует. Пишет ошибка 26. Вот. Рассказываю как дилетант, потому что я любитель в ремонте электроники. А наверняка эта информация кому-то будет полезна. Быстрее посмотреть ролик, нежели читать и штудировать страницы на форумах. Ну вот, собственно, что и хотел сказать. Всем удачи в разработках и в ремонтах. С Богом. До свидания.